А с ней дразнить Зидана, а? Дим, а почему у вас такой голос? Дима, хорошо, это замуж она снимает, всю грязь, перхоть, пыль. Я на регистрации не смогла сказать, как наша собака была. Это нормально. Сейчас на борте тебе. Вниз, Сася. Ася, дочь такой сякой матери не может вести себя. Мать у нее уникальная. Ася, надо сконнектить. А еда есть? Есть. Тетя, а еда? А еда? А всю еду Аси? Ася? Вполне можно. Вполне можно. Оля. Номер 361. Нет, парни записывают. Надо сначала сконнект. Покрепче держи. Они такие зеленые. Зеленые покороче. Оля, пары. Принтер. 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 Принтер.
А куда встать? Я могу как фотограф выйти туда. Вот она сидит. Суп наливает. А вот они. Паша! Паша! Саша! Саша! Ась, ну что творим опять? Спокойно. Который огромного роста, со страшной головой, с прямыми лапами, Ворота! Продолжение следует...
он устроил. Там же надо собачку не прикручивать. Да, все. Все, на что? Я как хочешь. А еще привыкла, что приходят дяди-строители и начинают кормить Асю печеньем, сушками, хлебными палочками. После этого она им прощает время, шоколад. Поэтому у нее все, у нее дядя, значит, сейчас будет жрачка. О! Года рождения, по-моему. Ариша, а где ты выкладываешь видео? На Ютубе, но я ссылку на страницу НКП размещала. Thank you.
Вот такой груз. Тибетский мастиф. Не двоюродная сестра, а сестра по матери. Сестра по матери. Нет, подожди. Ася, сестра Ульяшева. Аня. Я не про Асю. Я про Инди. А. Инди двоюродная. Это эти две ей родные сестры по матери. Так, погоди, у нас Инди от кого? Знаешь, это как все кузены, все родственники, все кузены. Индия от Бенефика и Челеста, по-моему. А Челеста? А Челеста мать Дуняши. А Дуняша бабушка Аси. Ай, моя лошадь!
Поздравляем. Вы что устроили? Номер 366. Посмотрите, как я умею. Посмотрите на меня со всех сторон. Смотрите все. А вот так. Вот так. Да. Посмотрите, я еще раз. Иди сюда, Ивин. Иди сюда. Это было что? Это было танцор диско. Тут все мои родственники. Он прикалывается. Так он даже не сюда. Да, ты прям у меня. Так, кстати, мани мне на выставке. Там написано прямо это. Она когда пошла? Да.
Вот мне внизу получится. Вот. Вот там вот стоит машина, и вы понимаете, сколько там сейчас часов? Ну, там очень хорошо. Но не заканчивается лайк. Даже как раз жара была, мы походили туда-сюда. У нас его закон. Водитель на через 4 дороги. Да, нет, сейчас. Нет, уходи. Ариша, а у вас промежуточная мы открытом, да? У нас весь старт промежутки, Аська в открытом. У Аськи ЧР только пришел на этой неделе, но где вы видели суперчемпионку? Мне нравится, что Жура уже посадила на ногу. Да, Аська. Что зря ручки пропадают, да? Ну, именно. Не, Асисяй вообще, Асисяй вообще без комплексов. А, если хотите, давайте я ее подержу. Такую маму. Готовятся суки промежуточного класса 369, 370, 371. Тебе на ручки надо? Проходите.
А белая собака у нее? Да, не знала. Она ее отдала, и она ее отдала. Да, да, она ее отдала. Мне нравится. Даже за пазух не посадят. Да, не посадят. На грудь, на грудь они не положат. Место только свободного пропадает. А это хватит, нет, чтобы взять, положить на грудь, на мягкую грудь. Да, спасибо. Какая она, видишь, какая? Кукушка, понимаете. Жадно пустила. Собака, другая, даже внимание. Ну, вот она,
конце октября. Ну что ж, погода поменялась. Бог так нужно у нас постоянно. Там разница побольше. Ну, здесь он там. Давай. Возьмешь пискаря? Возьму пискаря. Пискарик. Пишка. Камаш. Слишком молода. Все собачьи незрелые. Слишком молода. Ну, в принципе. Скажи, собачьи. Я, наверное, не рожала. Да, конечно, в этом возрасте не рожала. Скажи, мне нет 18 месяцев. Улегайся. Конечно, я не рожала. Иди сюда. Пискаренок, давай. Опа, давай снимать печку. Она тут тебя посла. Почему, если бегут там лесом? Пискаренок. Прямо, прям, прямо. Не, иди, у меня американцы. Приглашаются номера 372, 373, 374. Кань, номер какой? 101? Нет, так. Она там осталась, как они говорят. А у меня еще вон. А там Вот так вот.
пальцем забываю ступать. А дверь открыли, готовятся. Возраст. А где стали? Сейчас закончится ринг. И напоим пискаря водой. У нас пометка. Пискаридзе. Сейчас ты пройдешь? Пройдешь. Я пойду посмотрю, вот эту собаку. А, кстати, я вообще могу с ней вообще пройти. Может, она хочет. Нет, хватит, нет. Ты будешь? Ну что, ты Поворот.
Ася, поворот. Поворот. Готовится номер 375, сука, класс чемпионов. Асяша. Молодец у меня, смотри, какая ты молодец. Иди, ты молодец, меня забыла. Сейчас Искарь к нам вернется и отвезет тебя к воде. Ура! Рыбе нужна вода. Вы первые? Нет. Рыбе нужна вода, она очень хочет пить. Ну, нам всем нужна вода, так, и эти оба выяснения, к тому, что мы можем сейчас идти. Пойдешь, да, виски попить? Да. Остальных мы пошли. Посмотрим. Пошли. А в Лапшесе не разу ходили? Нет, с Гальбусе стали. Водяная, заходите, пожалуйста, номер 2. Здесь есть нечего. Да. Напиши мне туда, да, я в Макдональдс. В Макдональдс? Так, да. Ну напишите, я да. В машину приеду. Номера 372 и 375. Работаю вот так. Итак, больше нельзя, больше нельзя. Мне так нельзя.
Готовится русская псовая морская
Стой, слушай. Почему она ж может на ухо сравнивать тоже? Да. Мамка, спасибо.